«Отдай и не греши». В взаимоотношениях с государством лучше придерживаться такого принципа. Штрафы, налоги, другие отчисления платить все равно придется. И лучше не копить долги. Так подумал и автовладелец, который во время рейда судебных приставов на авторынке «Эверест» выложил более 140 тысяч рублей. Прикинув, что потеря железного коня обойдется дороже, он весьма быстро нашел необходимую сумму и погасил долг вместе с исполнительным сбором. А вот другому водителю пришлось расстаться со своей машиной. За неуплату кредита в размере 30 тысяч автомобиль был арестован и отправлен на штрафстоянку. Если в ближайшее время хозяин не передумает, машину продадут и из вырученных денег погасят штраф. Всего в службе судебных приставов в Чувашской республике на исполнении находится более 343 тысяч исполнительных документов в отношении граждан, имеющих в собственности автомашины.